Всем привет, с вами Игорь. Сегодня покажу, как я выключаю свою постоянку. Постоянный ток. Вот метр. А сейчас у меня на вот метре, плохо так что-то видно, показывает 2 киловатта. Мощность выделяется 193 вольты, 10 ампер. Ну, видно вот здесь вот нижняя, да? 2007 ватт. И сейчас покажу, как я его выключаю, такую мощность постоянного тока. Обычно вот таким вот автоматом на 25 ампер. Я его даже и не покупал, этот автомат, он у меня просто был, и я его поставил. О, пожалуйста, сейчас вот так вот делаем, слушаем. О, никакого шипения, шкварчания, там ничего не происходит совсем. Вот, ток у нас, напряжение подскочило, почти 240, ток 0,00. Мощность тоже 0,0 ватт. Теперь опять включаем. Смотрим на наш ваттметр. Напряжение просело. Мощность 1900. Ну, 2000. Опять оно набирает как бы то, что и было. 2007 ватт. Уже 9, ток 10,5 ампер. Вот. Вот таким вот. Но тут его надо как подключить, чтобы он работал. Если его подключить обычно, ну то есть по стандартной схеме, вот так вот провод напрямую отсюда во сюда, то он сгорит. Я уже это пробовал делать. Там дуга загорается, контакт не размыкается, и он выгорает. Вот, для этого надо вот так вот подключать. Вот у меня вход. О, вот, вход. Это разрывается у меня здесь минус. Минусовой провод, один провод. Все, вошел провод, вышел, зашел следующий. Прошел, вот тут тоже петля. Вышел отсюда, зашел в этот. И отсюда уже провод выходит, и вот этот красный, он уже пошел на нагрузку. То есть вот такой вот петлей, вот так вот. Вниз-вверх. То есть один провод проходит все три автомата. Вот так можно разомкнуть. Через один, еще раз повторяю, не получается размыкать. Там дуга загорается при такой мощности и напряжении. И он выгорит. А так можно, вот можно еще раз посмотрим сейчас. Сейчас. О. Никакого шкварчания, шипения в нем не происходит. О, сейчас посмотрим ваттметр. Ноль. Ток ноль. 0 ватт, напряжение 240 подскочило, 0 ампер. Включаем. Включили. Вот опять напряжение просело, понятно, из-за нагрузки. 2000, уже 23 даже ватта. Ну, сейчас еще утро, мощность растет. Сейчас где-то, по-моему, 8:30. Полдевятого утра. Ну, у меня юго-восточное направление, поэтому с утра уже такая мощность. Уже в 8:30 такая мощность. Да, уже 2031 ватт. Ну, вот еще раз можно. Сейчас покажу. Работает. О, не слышно. Там что-то шкварчало. Короче, нормальненько оно выключает. О,
Опять включаем. О, ну вот так вот. Вот такой вот петлей, тройным пропусканием одного провода через все вот эти вот. Ну, тут же понятно, да, вот тут такая петля и с первого во второй. И вот здесь вот со второго в третий тоже такая петля. Это уже выход провода одного. Вот так вот можно спокойно размыкать постоянку. Вот, без всяких там последствий. Я им часто не пользуюсь. Потому что стараюсь что-то там делать при уже когда солнца нет. Вот. Вечером какие-то там работы провожу. Да, уже 2037 ватт. Вот. Но, тем не менее, автомат должен быть, если надо что-то выключить экстренно. И вот это вот так вот можно реализовать. Просто, дешево, выключение. Довольно большой нагрузки, как вы сами видели. 2 киловатта только что я выключал вот таким вот обычным автоматом, только таким вот интересным включением. Это не я придумал, там под каким-то видео вычитал в комментарии, кто-то вот это вот написал, вот спасибо ему, что он так придумал. Я так сделал, и работает все нормально, ладненько. Думаю, кому-то полезно будет это видео, потому что я тоже ломал голову, как ее разрывать, эту постоянку. Думал, какие-то, может, покупать надо будет. Хотел купить этот такой еще советский, этот большой такой рубильник, что он там место, конечно, много занимает. Это обычный автомат, и он разрывает, как вы видите, 2 киловатта, 200 вольт спокойно. Все, всем пока.